Битва тяжеловесов. У поликлиники номер 2 столкнулись Toyota и УАЗ Патриот. Водитель иномарки не справился с управлением и въехал в припаркованный УАЗ, после чего покинул место ДТП. В течение 2 суток виновника аварии задержали. В ходе проверки выяснилось, что в момент ДТП он был нетрезв. Не выполнил требования правил дорожного движения об соответствующем оформлении дорожно-транспортного происшествия и с места ДТП скрылся. Зачастую такие водители находились в состоянии алкогольного опьянения. На минувшей неделе прошла акция «Пристегнись». Цель операции – профилактика дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, не пристегнутых ремнем безопасности. В рамках акции выявили около 40 нарушений. На выходные у нас запланировано мероприятие по выявлению водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. Будут выставлены дополнительные патрули из числа сотрудников госавтоинспекции. Будем работать по местам традиционного отдыха. Всего выявлено 130 нарушений правил дорожного движения. 4 водителя задержаны в состоянии алкогольного опьянения. 2 водителей задержаны за вождение без прав. 16 водителей оштрафованы за нарушение правил тонировки. Виктория Иванова, Константин Островский, Кирилл Новикевич. Служба новостей Саров-24.